Привет, друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала, с вами Даев, и вы даже не представляете, как я по вам, по всем соскучился. И по вам, и по инженерам. Простите, что меня так долго не было, но у меня есть и хорошая новость. Как видите, в верхнем правом углу счетчик оперативной памяти перевалил за 8 гигабайт. Я себе приобрел 16 гигабайт оперативки на 1866 шине. Вот. Так что теперь и с луром копы будут хорошие. И так будет все прекрасно, я надеюсь. Вот я вижу какие-то подфризы. Версия у меня от разработчиков 141. Так, ну и что, я хотел бы вам сказать сразу же. Ребята, не экономьте на гипердрайве. Я летел до этого гадского астероида. Ой, как бы не соврать, ну часа 3 реального времени. Я охренел до него лететь. Просто охренел. Так, ну и нашел я астероид. На нем сразу есть голд. Мы находимся в... И платина. Вот, все, что у меня положено, есть. Вот когда на планету поворачиваюсь, происходит вот такая бяка. Бяка. Мы находимся в 136 километрах от планеты. Ну, как я и говорил. Ну что ж, сейчас мы эту гадость пристыкуем помягче. Спрячем и будем добывать. Простите, пожалуйста. Так, мне нужен голд. Мне нужно сделать генератор гравитации. Да мне много чего нужно сделать. Мне еще какой-нибудь бурильщик надо по-быстренькому замутить. Спасибо тем, кто мне сообщал, что я за место продуктивности нафигачил эффективности. Ну, всяко бывает. Фиг. Здесь какой-нибудь тимбаунд принтит, как бауднет мне. Не защищены совершенно. Да, вот этих вот профризов раньше не было. Ну, хотя я немножко добавил графики. Космос позволяет. Еще я добавил себе в компьютер охлаждение. Потому что сейчас у меня в комнате 32 градуса. Это ужасно. Так, а где у меня выход-то? Ага, я прям пипкой и выхожу, да? Ну все, в принципе, нормально, я думаю, ближе не стоит. Все, глушим это удовольствие, лазим. Икс. А, фига, гравитации-то нету. Гравитацию не завезли. Ну-ка, отпусти меня, чудо-трава. Так, сигнал no names, шлем надет, вот. Шлем надет, все надет. Сейчас мы отлечиваемся. Так, водорода мне на год хватит, а вот кислородный баллончик можно было, конечно, слямзить и все лишнее выкинуть. Сейчас мы будем рыть. А, так, все нормально. Что-то, по-моему, музыка громковата, вам так не кажется? Давайте-ка мы немножко. Давно не записывал. Так, возвращаемся. Ну что ж. И как бы мне все это сделать? Что-то мне страшно туда. Оп. Оксиген, но он. Я еще жив. Жив целый орел. Да что это за профризы гадские? Голд. Мне нужен голд. О, удобно. И что, за каждым кирпичом бегать? Это будет, конечно, печально. Давайте сразу будем нажимать на F. Будем надеяться, все оно будет собираться сразу же. Ой, свои кишки увидел. Нормально. Ну и само собой мне нужна платина. Из фиксов, что в этой версии, которая является нестабильной, а девелоперской, теперь можно выключать солнечные панели. Стоять, ты такой жирный кусок золота. Ну и сразу же закидываем.
И смотрим, что мне нужно на этот. Ой, меня сдуло. Что мне нужно на производство? У меня кобальт до сих пор плавится. Это охренеть можно. А почему я аурум не могу? А, аурум в дуговой печи не естся, да? Так, урана. Достаточно. Пускай будет делаться аурум. Гипердрайв и подальше от планеты, чтобы вот этих микрофризов не было. Где у меня платина вообще? Ничего не вижу. Была же. Платина. Айрон. 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 Так, ну теперь видосы будут порегулярнее, это естественно. И все будет интересно и хорошо. С летсплеем мы разберемся, как только Лур немножко охладит свой пыл. Ну, в смысле, видеокарту. Он уже предпринимает какие-то ради этого действия. И мы с ним состыкуемся и обязательно будем записывать кооператив дальше. Кстати, на Нитне теперь вас еще и хилит. Так что, по-моему, из нее такую имбу делают креативную, что вообще у вас. О! Это ты? Это оно. Ну вот. Сбылась мечта идиота. Надо строить базу. Но базу я хочу строить... Да что такое, блин? Простите, пожалуйста. Базу я хочу строить намного дальше. Откурить бросать. От планет. Дабы не лагало. Да, надо что-то сборное собирать как можно быстрее. Сейчас мы накуем платину, прям по самой не хочу. И будем уже заниматься каким-то примитивненьким брельщиком. Потому что руками вот так вот все это набуривать, это, конечно, ни вам, ни мне не интересно. Много-много тонн я собрал. Интересно, дуговые печи плавят платину или не плавят? Ну, стой, что ли ты? Стой. Ой, думал, это летит, а это не летит. Плюс мы совершенно не защищены от имбаундов. Ну и, сами понимаете, от пиратов мы тоже не защищены, и никто их не выключал. Икс. Прям такие сладкие куски платины. Вот мне бы килограммчик платины. Сразу бы компьютер бы себе сменил. Интересно, какая у нее сейчас стоимость. Так. Кто над нами кверх ногами? Эть, отпусти. А, по привычке выключаем гаситель инерции. Эть. Так, ну что, 6 тонн платины у меня есть. В дуговой печи ест платину. Аурума достаточно. Переходим на платину. И мне нужно сразу же произвести эту гадскую гравитацию. Да, генератор гравитации не нужен. А пока у меня будет делаться гравитатор генерации, пока у меня все это будет удовольствие делаться, я полечу и, наверное, сделаю себе солнечную панель. Камень тоже надо выкинуть. Для этого мне понадобятся пластины, для этого понадобятся компьютеры. Да, многовато этих панелей я взял. Компьютеры. Вот эта гадость по-любому понадобится в количестве 100 штук. Там решетка какая-нибудь. Балки навряд ли, а вот трубы обязательно. Сейчас мы себе на лоб забабахаем звезду. Эть! Выпусти. Выпусти немедленно. И где у меня тут лоб? Вот у меня лоб. К панели. Почему бы не использовать, да? Так, так оно вставать не хочет. Так тоже, наверное, не хочет. Ну, давайте тогда так. Чпуньк. И вот так. Что ты не лезешь-то? Тьфу, японки. Ох, строительный компонент. Но мы время зря не теряем, у нас все равно же платина жарится.
надо отсюда валить, как только мы все это соберем. Компонент мне нужен строитель. Нани нет, она это не предусмотрела. Эк. Эк. О, прелесть, какая гадость. О, я буду большое ухо. А, так. О, как. Смотрите, как прекрасно. Это 200 киловатт, а уже будет. Ну, конечно. Трубу я обязательно с собой возьму. Икс. Что-то, кстати, в игре появились профризы. Я даже заметил еще на 8 гигабайтах оперативной памяти. Ну, видать, они там что-то дофиксили. Но на стабильной версии все-таки интересно, что тут добавляется. Модов у меня нету, так что меня как-то не сильно волнует. Там они писали, что очень много модов отвалится. Эк. Да будет панель. Чё она? Всем? Не алё. Ну и ладно. Нужно будет сделать сварщик, нужно будет сделать разборщик. Нужно где-то будет построить небольшую базу с несколькими переплавками. Да дофига чё нужно. Всё нужно. Нужно найти источник льда и улететь подальше от планеты. Чё хотел от меня? Это вот он от меня хотел. Видать, солнышко мне загораживает. Или, видать, оно просто с другой стороны. Вот, панельки у меня есть. Все прекрасно. Можно еще немножко паковать платины. Потому что не так быстро я ее найду. Или уже, наверное, собирать. Чё с Симспидом произошло? Игра. Пусти меня немедленно. Так, выкладываем все вот это вот удовольствие. И тут у меня, по-моему, все произвелось. Да, все у меня тут произвелось. Сейчас мы замутим генератор гравитации. Нет, вот этого, наверное, все-таки много. Эй, блин, не лезет. Отдайся. Да что такое? Тик-тик-тик. Куда-нибудь мы его вот сюда вот захреначим. Ну, это явно не он. Плюха. Вот она, плюха. Пипай сюда. Пусть будет. Теперь можно сделать феншуйный инструмент. Этим мы, кстати, сейчас и займемся. И заодно проверим, насколько эффективнее все это удовольствие производится. Так. Производство. Инструмент. Супер. Вильдер. Супер. Этот. Этот. Недостаточно платиновых слитков. Не лги мне. Никс. Почему у вас недостаточно платиновых слитков? Я ж плавлю. Ассемблер. Совсем недостаточно. Блин, как бы мне не пришлось все это вырезать, все это удовольствие, чтобы у меня сделалось хоть что-то. Ладно, хрен с ним. Пусть. Рано или поздно сделается. Этим компоненты. Так, не спеша, не дыша. Сейчас у нас гравити появится, уже будет веселее. А если сделать сферический, то можно, чтобы еще и автосбор был. И к пластины. О! Я бегу. Ну надо же. Да ё-моё. Счастье-то какое. Ладно, продолжим. Занятие утренней гимнастикой. Подполняем свои баллоны. Мне нужен гипердрайв. Куда бы его здесь хреначить? Икс, производство, большие блоки, гипер, 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 гипер. Большой такой веселый гипердрайв.
То есть заряжать я его буду до пенсии. Ничего. Тише ездишь, шире морда. Гипер драйв. Джумп драйв. Эй? Ты же жумп? Хрен, тут поиска нет. Я даже не знаю, как он выглядит. Вот он. Нет, ни хрена не он. Ладно. Ника. Аджи. Зюм-драйв. Зюм-драйв, да? Так, а он у меня здесь нигде не влезет. Да? Сейчас мы еще снаружи прихреначим с другой стороны сей зюм-драйв. Гидроген, оксиген готов. Ой, а что это я? А, генератор гравитации. Куда бы его прихреначить? О, пойдет. Красота. О, как она. Офигеть не стать. Так, что на него надо? На мать больших струб 40 штук, компоненты гравитации 20, детектора 20, аккумуляторов 120. Ебаня мать! По-моему, я рано себе джумп драйв решил делать. Мне бы какой-нибудь бурбы собрать. О. Так, что у меня тут? Произвелось что-нибудь, нет? Ни хрена у меня не произвелось. Платины нет. Блин, у меня все улучшалки в другом месте находятся. А мы так сейчас без льда останемся. Ладно. Ладно. Не сильно и хотелось. Где моя платина? Ух ты, как удобно. Чпунь. Так, Ирод. Где я дрился-то в платину? Я чё-то не вспомню. Где-то здесь? О! Окно. Да, выложить я все забыл. Вот у меня прямо ж это... Мой внутренний еврей с ума сходит, когда вот улетают такие большие пуски. Это просто... Баунд! Имбаунд! Имбаунд! Валим, 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 валим. Будем надеяться, успеем. Пусти меня, чудо-трава. Поначалу мы с имбаундами будем бороться вот так. Так как они тыкают в точку. То есть сейчас, если мы посмотрим, вон видите, вон имбаунд мимо меня летит, аж вон зафризило. Он в меня хочет, но... Но наводиться он не умеет. Вон они, имбаунды, летят, 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 но... Я их обманываю. Сперматизоиды. Так, имбаунд пережили. Хорошо. Где у меня солнце? О, у меня солнце. Бам. Смотрите, даже панели работают. Ладно. Такой читерный способ избежать имбаунду в первую очередь. Передовых двигателей у меня печальные. Это ж мой астероид, который я ковал. Вроде да. Вот уже так хочется от этой планеты улететь. У меня он Марс кусанный. Про это пишут, пишут и все никак. А я успею затормозить? Надеюсь, что успею. Остаток топлива на 4 часа. Мне это совсем не нравится, вот эта вот надпись. И оксиген-то у меня нон. И все-то у меня нон. Главное не расхреначить корабль от первый же астероид. Но к космосу я еще не привык. Какой пуп. Какой пуп. Ага, вон там платина, да? Сейчас меня ее прорисует.
На корабле детектор посимпатичнее, чем здесь. Мы сориентируемся по солнышку тогда. Нет, это кобальт. Блин, я думал платина. Где платина? Или это другой астероид? Будет плохо, если это другой. Мы колечком был. Это вроде тоже колечком. Или сердечком. Или дырочкой. Вот, платина здесь, да? Ну, тогда мы поближе к ней. Блин, сейчас я его обязательно разобью. Вот, будь я не я, и, как говорится, не моя. Мы поближе к платине тогда. Два имбаунда одновременно не бывает? Надеюсь. Видите? И по солнышку сориентируемся. Видите? Слушайте, суть по всему вот так вот, да? Залазить в корабль будет неудобно. Но! Но! Но-но-но-но-но. Где мои панели? 119.99. Все прелесть. Так, выключили. Все выключили. Все собрали. Все, убежали. Надо какой-то мутить лур. Бур. Наверное, лучше сейчас их мук. Ладно, обойдусь я без вот этого удовольствия. Мне нужно бы сделать, наверное, штучки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть двигателей мне надо. Маленьких. Маленьких, маленьких, маленьких. Так, так, так. Малый ускоритель. Блин, 32 платина на один малый ускоритель. Я панамать. Так, что-то я чувствую, что мне сейчас придется все-таки менять свои ускоряшки. Надо закрыть это удовольствие. Надо посмотреть количество льда у меня. Что у меня со льдом? А то я сейчас еще и безо льда останусь и... 30 тонн, всего 30 тонн льда. Ну, плюс 2 гидроген-танка. Нет, еще есть льда немножко в генераторах, но он очень быстро уходит. У меня 30 тонн льда, ребята, это жопа. Это даже не просто жопа, это... Такая большая такая. Вот это я себе хардкор придумал, блин. Надо сенсор захреначить на закрывание двери, а то я тормоз и ее постоянно не закрываю. Но если его здесь поставить, он его открывает. А как? Светит на меня солнышко. Ладно, мы по крайней мере проблему с этим решили. У меня еще и генератор выключен. Ну-ка, отпусти. Чудо-игра. Хорошо побегал. Качественно. Блин, еще и пираты. Японов ваш мать, а? Идите в желудок, Military Export. Я вас не хочу. Вылезли. Закрыли по-быстренькому. Где у меня эта платина? Мне с вами нечем воевать. Где же она была, сволочь? Платина. Где-то здесь должна быть. Так, вот она, платинум. Платинум. Да, в следующей серии я знаю, что произойдет. Сейчас я не готов с ними воевать, но мне просто физически нечем с ними воевать. Я что-то не пойму. Чё у меня кирпичи-то улетают? Кирпичи. Ну, стой. Тут гравитация, что ли? Ой, парный театр. А чё так много? Я так много гравитации не заказывал. Так, чё нам делать с кислородом? Вот так вот за каждое открыл-закрыл. Мы теряем его, ту его кучу. Литонны платину мы принесли, да? Ложить.
переложить, феррум надо переложить, кобальт. Совсем печальное количество кобальта. Ужас. Кобальт делай. Короче, и гипердрайва нет, и так у меня печально. Очистительный завод, зато у меня эффективный. Он много платины добывает. Не быстро, а много. По крайней мере, хоть уран есть. Один, три, семь, но вроде не приближается. Улетают, сволочи. Оксиген хай. Так, а как мы можем это все удовольствие сделать, а? Давайте выключим, наверное, пока все, что связано с оксигеном. У Драген танк у меня одна штука, да? Включаем. И генератор кислорода выключаем. Ибо нехрен тратить мой лед. У меня пока есть свои кислороды. Зато гидроген теперь не устанавливает. Нормально. Но гидрогена у меня даже нахрен не надо столько носить. Блин. И сколько он мне платину наплавил? 1,74 килограмма. Да его на мать. Это еще часа 3 мне только платину плавить. Ну что, серьезно, что ли, так 32 штуки на одну эту пипку надо, да? 32 килограмма платины, 800 кобальта, 180 золота. Шарик, ты дебил. Короче говоря, мы залазим под наш корабель. Пилим все вот это вот удовольствие. Тихо, чё ты плюёшь-то? И меняем по-быренькому модуль эффективности на модуль продуктивности. Даже два. Даже три, если влезет. Так, эффективности, энергоэффективности, продуктивности. Ну, конечно, давай еще кверх ногами встань. Я тебя зарыжу. Большая трупа. Хорошо, хоть не забыл, в каком месте мне эту дрень делать. Вот под фризы какие-то все равно есть неприятные. А чем ты меня выплевываешь? Надо было еще и вентиляцию выключить, да? Ведь она мне тут. Она. Сволочь. Сволочь. Выключись. Не надо. Главное не забыть. То она меня без льда и без кислорода, без всего оставит. Так, что от меня хотел? Трубы. Трубы бы. Этого много. Этого достаточно. И, в принципе, мне всего хватает, чтобы эту фигню сделать. Главное это сделать быстро. Ну, мы с вами люди русские. После сборки обработать напильника. Поехали. Ну, ой. Куда это? Я даже так умею. Я не знал. Так ты правильно хоть стоишь? Вроде правильно. Проблем никакой нету. Но будем надеяться, оно мне все это побыстрее сделает. Икс. Вот одна ошибка. И... Получается, опа. Гамнам стайл. 15 таких и ведро таких, да? Парам-парам-парам-парам. Пум-пум-пум-пум-пум. Стримить, я думаю, буду, когда я хоть немножко уже устаканюсь. Так, не хочет от меня вот.
вот этих много труп и маленьких труп от меня хочет. Нет, по-моему, не в той последовательности. Вот этих вот побольше. Эх, ни хрена, 300 штук взял. Зато тут водород не расходуется. Притом совсем. Па-бам! Продуктивность. Ну и теперь залатать дырочку. Все, вся переделочка у меня заняла несколько минуток. Зато... Блин, быстрее, 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 быстрее. Перезакрой. Не имбань меня. Не имбань. Я еще слишком молод, чтобы умирать. Ну, вид. Снаружи. А я двигатель не выключил. А, у меня все выключено. Ёб твою. Нет. А, я все выключил. Только бы не в баг. Валим, 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 ребята, вернемся там со своими запчастями. А чё мне в лоб попало? Япона, мать! Кажется, мне Хару раздолбило. Так, не потерять мне свои органы. Все что ли, меня не бандит уже? Чё с гасителем? Фу, слава богу, не в баг. Ну, на данный прям это... Опорный театр. Что ж ты со мной сделал, сволочь? Че ты как-то не так тормозишь? Ну, переделать я уже это удовольствие не буду добавлять себе. Еще. Вот. Не выключайте баг, называется. Можете даже срифмовать что-нибудь гадкое. Где мои уши? Уши, уши. Поздно, бабушка, прокомпасировали. Имбанули меня. Это еще пока не катаклизмные. Ну, точнее, не катаклизмные, но за 8-й день, я думаю... Они еще меня щадят. А потом меня будут... А я их... Они меня... Так, подводим итоги. Хару мне, конечно, расхреначили. Прям, мам, не горюй. Включаем эти вонючие пропеллеры. Приступаем к декоративному ремонту. Хоть эти... Выровнять и понять, что куда тут засунуть. Чё ты? Дебил. Да. Имбануло прямо в два самых уязвимых места. Плюс мне надо еще распилить будет вот эти вот органы, которые у меня остались. Но для этого мне нужно будет все лишнее выкинуть. Ух ты, ё-моё. Катаклизма. Реалистичный катаклизма. Да, чуть бы, и у меня был бы гейм-овер моего летсплея. Ладно, здесь окно я какое-нибудь воткну. Кому-нибудь, куда-нибудь. Это самое меньшее из проблем. Пока у меня хватает кислорода, я думаю, я долго здесь проживу. На этом баке. Ну что ж, дорогие мои зрители, уважаемые подписчики, давайте посмотрим, как у меня вообще... Работает моё. Как заработала моя плавилка теперь. По-моему, поэффективней. Если это я к нему. Он у меня, о, чистительный. Продуктивней. Вот. И, судя по всему, потому что я вижу 1.6 платины, 1.61 и пон, мать. Это я вот на один этот буду здесь тусовать, наверное, много-много лет. Итого у меня уже целых 4 платины. На один движок нужно всего лишь 32 платины. Офигеть.
И льда у меня совсем печально. Льда печально. Вот, начинается уже интересный, хардкорный. Ну, чё, планет пока близко. Генератора я не скоро себе построю. Нужны еще очистительные заводы. В количестве многих штук. Чтобы все время плавилась платина. А мне нужно будет залатать вот это вот свое входное отверстие. Залатанить его немножко. Плюс спилить те уши. Зачем мне такое окно нужно большое было, да? Я тоже так думаю, что оно мне совершенно тут большим таким не нужно было. Тут надо ставить тройное обычное. Это вот что-то лишний орган. Ну что ж, дорогие мои зрители, уважаемые подписчики и гости моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, оценивайте. Очень приятно, кстати, много очень человек подписалось. Я прям аж счастлив. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Обязательно комментируйте, читаю все. Не всегда успеваю отвечать, а вот читаю обязательно все. С вами был Даев, выживаем в катаклизме. У меня уже на одно деление стало печально. Всем приятной игры, всем до новых встреч, всем пока-пока. Помаши ручкой. Ну, помаши. Нет, не хочет. Ой, теперь еще и вид от камеры. Ладно. Всем пока-пока.